Арсений, у меня такой вопрос. Вот я вот сейчас подъезжала, заезжаю на парковку. Ну, то есть, вот на, знаете, такие полосочки, где заезжаешь. Вот. И по тому месту, куда я хотела заехать, шел мужчина с тележкой. Как только он увидел, что я хочу заехать, я остановилась. Я его не давила. И он такой, да-да-да, и сейчас, и быстренько побежал. То есть он ускорил шаг, чтобы дать мне место. Это просто секундное дело, там 2 секунды, 3 секунды я подождала. Дальше, например, если ты подъезжаешь, и кто-то вот, ну, например, видите, мужчина вынимает вещи. Ну, бывает, они копаются сбоку, знаете, не взад ставят, а сбоку. И ты подъезжаешь и ждешь, когда он закроет дверь. То же самое, если человек замечает, что его ждут, он говорит, сейчас, сейчас, и отходит в сторону, ты заезжаешь, и он дальше. Понимаете, о чем я говорю? Что вот в России никто тебе не торопится. То есть, если я стою, и дверь моя открыта, то она будет стоять, и она будет открыта, пока я очень медленно не закончу свои дела делать. Это я помню. То есть, понимаете, они меня не знают, я их не знаю. И, в принципе, им легко меня не пропустить. Никакого наказания за этим не поступит. Но чисто по-человечески, конечно же, хочется друг другу услужить. Вот для россиян, это не черта россиянина, чтобы побыстрее свои дела сделать, чтобы другому было лучше. Понимаете? А по-американски, вот почему мне тут хорошо жить? Потому что мне постоянно помогают окружающие. И, разумеется, когда я пойду и я кому-то что-то загажу, я скажу, сейчас, сейчас, и тоже ускорю свой шаг.